Боксер готовый, первый ангел. Вот. Он представляет город Умань, кандидат в мастера спорта, тренируется в Умачской ДСШ. Боксом занимается один год, является призером чемпионата Украины, тренируется под руководством Виктора Петриченко. Напоминаю, это финальная пара весовой категории до 46 килограмм, возраст юниор. Еще! Руку заменять! Работай! Ну да!
хорошо. Максим, вот Синий Боринга отдыхает представитель города Умань Владислав Филипенко. Ему 14 лет, кандидат мастера спорта. Тренируется в обществе «Спартак». Боксом занимается 3 года, провел 38 боев и в 31 одержал победу. Является призером чемпионата Украины. Тренируется под руководством Романа Пасяленко. Приготовиться к выходу на ринг третьей пары боксеров Андрей Мосорзенко, Умань, Владимир Медведенко, завтра. Свои эмоции немножко ну, поскромнее. Тимур! Я ты! На свете лет! Об этом бою единогласным решением судей победу и звание чемпиона Черкасской области 2015 года весовой категории до 46 килограмм завоевал Максим Колесниченко Краснодар. Боксеры награждаются. За второе место награждается Владислав Филипенко, Умань. Награждение проводит судья национальной категории, мастер спорта СССР Павел Пономарев. Чемпионом области 2015 года стал Максим Колесниченко. Судейская бригада в том же составе.